Чипа гейм у микрофона, всем здорово. И сегодня я вам покажу, как можно сделать спавн кейса в любой точке, в любой той, которой вам захочется. Можно в самой ближней, можно в самой дальней. Смотрите, в общем, кейс получается спавнится на том месте, где спавнитесь вы. То есть, смотрите, вот у меня второй аккаунт заспавнился, например, ближе. И нам сейчас надо будет искать место спавна. Сейчас я вам все покажу. Так, сейчас разминка закончится. Так, и смотрите, видите, я заспавнился вот тут. В принципе, это далекий спавн. Для того, чтобы нам заспавниться поближе, нам надо вместе с твинком или с другом зайти за наблюдателей. И одновременно нажать на террористов. Хоп, у нас не получилось. Видите, спавн далекий. Короче, далеко заспавнились мы. Дальше снова делаем точно так же. Заходим за наблюдателей. И снова вместе нажимаем зайти за террористов. Видите, снова со спавном не повезло. Сейчас я вам ускорю здесь. Таймлапс сделаю. И потом, когда нормально заспавнюсь, я вам покажу. Так, ну все, смотрите, это, по-моему, один из самых ближайших спавнов. Может, есть еще ближе, но... Ну, вроде есть еще один ближе, но он очень редкий. Так, и все, и бежим делать все как обычно. Бежим до грузовика. Ставим, получается, бомбу. Так, сейчас поставлю. Ставим бомбу. Она взрывается. И делаем те же самые махинации, как обычно. Так, все, теперь смотрите, теперь у нас контейнеры заспавнятся в том же месте, где мы изначально в начале раунда заспавнились. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, видите, мой уже второй аккаунт во всю херачит. И все, и начинаем, как обычно, таскать ящики. Кстати, расскажите лайфхаки, как вы таскаете ящики, как это будет делать быстрее, потому что я максимум вырубаю 15 тысяч опыта, больше у меня не получается. Я видел, там и по 30, и по 40 тысяч вырубают. Покажите, пожалуйста, точнее, расскажите, пожалуйста, в комментариях, какие есть лайфхаки, как можно таскать эти ящики быстрее. Ну все, у нас остаются последние секунды, и я даже все ящики не успел дотащить, у меня получилось 90 штук. Так, и это получается 920 очков. И сейчас мы, получается, нас сторонами поменяло, и сейчас мы будем делать те же самые махинации, как и делали до этого. Ну вот, в этот раз получилось со второго раза, и все, делаем то же самое. А еще для тех, кто, может, не знает, как делается этот баг. В общем, мы взрываем бомбу. Так, сейчас бабахнет. Открываются двери, мы спавним штук 5, наверное, ящиков. Ну, сейчас посмотрим. Так, раз, два, три, так, четыре и пять. И начинаем их просто перекидывать. Нажимаю вот снизу, видите, ящичек появляется, где ХП и броня. Вот тыкаем туда быстро-быстро-быстро. И сколько раз мы нажмем, я так понял, столько ящиков и заспавнится. После этого всего мы вырубаем интернет секунды на 3. Потом его снова врубаем. Так, ждем, ждем, ждем. И нас сейчас должно переподключить. Вот нас переподключают, и ящики снова спавнятся на том месте, где первый раз заспавнились мы. И здесь уже вовсю второй аккаунт работает, и делаем все то же самое. В итоге я смог набрать где-то 160 кейсов. 224 это глюк, то есть это не правильное количество контейнеров. И это получилось 2280 очков. И смотрите, сколько опыта дадут. Ну, мне вот дали 15 тысяч опыта. Я не знаю, как делать больше, как там пацаны по 40, по 30 тысяч выносят.
В общем, делитесь вашими лайфхаками в комментариях. Ну, а всем я хочу сказать спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был ЧПГейм. Всем удачи и всем пока.